Вот, доброе утро. Проснулся. Время 5:30. Там вот такая на улице красота у меня. Правда, мокрая. Пока. Лени нету. Лени нету. Велик стоит еще. Там кукурузное поле. Ну, сейчас варю кофе. Есть неохота пока. И поеду в сторону моря. В сторону залива пока, а потом на море. Ладно, буду собираться. Солнце уже припекает. Кротки вытаскивать. Нужно собирать палатку. Вот, собрался, уезжаю отсюда. Как всегда, 2 часа на это потратил, на все сборы. Долго собираюсь, особенно с хороших мест неохота уезжать. Ну, кроме вчерашнего, конечно. Проснулся, кругом слепни. Быстро-быстро и собрался, даже не завтракал. А сегодня хорошенькое местечко. Но если что, останусь у моря на несколько дней, может, на 2 дня. Не буду никуда уезжать. Моя вчерашняя дорожка, по которой я приехал. Там вот я еду. Там кукуруза растет. Подъехал поближе к деревьям, сейчас проезжал. Сразу слепни напали. Значит, надо палатку ставить тупо посреди поля. Тогда они не будут доставать. Ну вот, на асфальтик выезжаю. На асфальт. Сейчас налево и в сторону моря. Нет никто. Нет, никто. Ну все, теперь 3-ю космическую. И на залив. Пока на залив, потом на море. Ну вот и доехал до Полесска.
Сейчас надо будет заехать позавтракать где-нибудь. У меня еще макароны вчерашние остались с колбаской с одной. Не смог съесть. Пока не испортилось, надо добить. Лев забрался куда-то на вершинку. Сцена какая-то, то ли я опоздал, то ли наоборот, еще не поставили. Ну сейчас где-нибудь тут в тенечке на скамеечке сяду, доем. Подготовка тут полным ходом идет к празднику. Некоторые уже бухают, хотя еще 9 утра. Нет, 10. Без 15 и 10. Праздник праздником, но надо ехать купаться и загорать. Аисты на троих соображают. Ну все, выехал из города, гоню дальше. Остановился, глаза закапать. А то у меня аллергия летняя была. Но в том году уже как бы нормально. Она меня не мучила. Но в этом году вообще нормально. Наверное, иммунитет вырабатывается. Но чуть-чуть все равно. Сейчас глаза зазудели. Лекарство есть, надо закапать будет. И не мучиться. А, хорошо. Ну вот, все, полечился. Сейчас у меня по пути будет поселок Доброе. Я 2 года назад там был, в столовку заезжал. За 150 рублей так вкусно поел. И столько много всего там было. Сейчас попробую опять заехать. Если работают они. Супчика возьму, жиденького поесть. Надо будет. Вот маленькая поправочка. Поселок называется Добрино, а не Доброе. Но все равно Доброе. Надеюсь, столовка работает там. Сейчас заскочу, супчика поем. Как раз есть хочу. Время 11:30 только. Не знаю, наверное, там с 12 будет работать. Ну вот, не вот сюда, вот в это здание. Вот что-то не вижу надписи «Столовая». Сейчас посмотрим, повезет, не повезет. Ну, сейчас проверим, есть тут что, нету. Кафе обломился, уже не работает. Ладно, поеду мороженое куплю, да поеду. Ну, остался я без супа.
Ну ничего, едем дальше. Мне вот туда налево. Там вот опять молока куплю. Мысли замучу. Это жарень опять, жарко. Горячий суп, но она будет еще хуже, чем холодненькие мысли. Сейчас для меня будет новая дорога. Еду прямо, обычно ездил на Храброво. Еду в Каширское. Посмотреть там пляж какой. На заливе. Время 1:30 только. Сейчас купил молока. В магазинчике. Сейчас мусли себе разведу опять. Пообедаю. Не знаю, если хороший пляж будет, может быть, даже останусь. Хотя время еще много. Вот я почти приехал, но судя по тому, что дорога искатана, и вон машины стоят, наверное, пляж есть. Вон, воду вижу. Вода. Скворцы. Штормит сегодня, однако. Вот я приехал, может быть, здесь и заночую. Сейчас посмотрю, как водичка, люди купаются. Куда ракушек вон миллион. Вон они, блин, вода теплая, вообще капец. Вода кайф. Что-то надоело мне уже купаться и загорать. Надо поеду дальше. Зеленоградск или в Куликово. Скорее всего, в Куликово. Мое любимое место. Там палатку поставлю. Там тоже будет ветер, правда, сильный. Пока доеду, как раз встану. Чтобы тут не сидеть просто так. Купаться уже неохота.
Ну вот и снова я на этом перекрестке. Не выдержал там больше 2 часов. Что-то как-то скучно, надо ехать дальше. Поеду в свое место в Куликово, как раз должен приехать к закату. Палатку поставить еще успею даже. Там буду ночевать, а завтра уже не знаю, или в Зеленоградск вернусь, или в Светлогорск поеду. Пионерский вернее, сначала заеду, потом это, в Светлогорск. Ну и дальше. Вот оттуда я приехал, а мне сюда, где летают самолеты. Ну, в общем, я уже в Куликово переехал сюда. Тут мне больше всего нравится отдыхать. И спится очень хорошо. Высыпаюсь вообще отлично. И долго сплю так. В том году приезжал, 1,5 суток проспал. Уезжать не хотел. Проснулся утром, думаю, опять буду спать. И так и проспал, короче. На следующий день только поехал, то еда кончилась, потому что... Вот, ветра нету здесь. Вот такой вид. Вода теплая. Искупался уже, освежился. Сейчас у меня банка гречки есть с мясом. Сейчас это воды налью и прям туда поставлю. И в воде ее прокипячу. Поужинаю, чайку попью. И спать. Завтра, может, опять буду весь день спать здесь. Посмотрим по настроению. Как погода будет, как вода будет. Так что вот. Сейчас. Чуть-чуть воды. Тут много воды-то не надо, в принципе. На этом. Пару прогреется. Главное, чтобы не взорвалось, блин. И банку я сразу. От бумаги убрал. Еще дома. Вот. Стоит доска. Так, надо повернуть сюда. Так удобнее было регулировать газ. Вот.
Отключается, падает. Пускай греется. Пока посижу, помедитирую. Кстати, моя эта банка заканчивается. Там процентов 20, наверное, где-то осталось. Сейчас буду искать другую. Вот, нашел. Такая баночка мне. Она как бы самодельная, в смысле самодельная. Самонаборная. Этот корпус я отдельно покупал. И там аккумулятор отдельно тоже покупал, можно сказать. Ну, у меня были от старого ноутбука. Я разобрал, их 8 у меня было. Или не 6 было. И 2 я докупил. Вот всего 8. Ну, 100% еще саморазряда вроде нет. Но, по идее, по емкости она такая же, как и эта моя. Надо будет проверить. Еще ни разу не испытывал это. Сейчас покажу, как тут внутри. Вот. В принципе, ничего особенного, просто плата и корпус. Ну и аккумуляторы на 3,7. Зато эти аккумуляторы все проверенные. Я это на этом умной зарядке заряжал. Все они по 1500 ампер дают. Так что здесь получается 12 000 миллиампер. Ну, плюс саморазряд. Ну, 10 где-то, наверное, будет. Надеюсь, что будет. Смотрим. Ну, пусть заряжается. Что тут у меня? Скоро подогреется уже. Ну, так, в принципе, сегодня ничего интересного не было. На обед я купил молока 1,5 литра. Опять забодяжил мусли 2 раза. Ну, короче, 1,5 литра уговорил. Но обратно еду, смотрю, сливы растут. Ну, вкусные такие, валяются уже на земле, спелые. Ну, поел слив после молока. Ну, дальше вы, наверное, поняли. Так больше ничего интересного не было. Ехал, ехал. Вчера вот день был такой насыщенный, плодотворный. Особенно та дорога по лесу, это был кошмар. Ужас. Ну, будет что вспомнить хоть. Ветра вообще нет у меня. Кораблики у него светятся вдалеке. Ну что, наверное, все. Я так думаю. Да, баночка горячая. Банка горячая. Хорошо здесь. Тихо так. Сегодня, правда, людей много. Я обычно приезжал в такие будние дни. А тут что-то народу. Ну и погода хорошая. Все приперлись. О, уже сон кронит. Ну вот, моя баночка разогрелась. В меру теплая такая. Первый раз это, кстати, делаю. Ни разу не грел. Сейчас посмотрим, как она прогрелась. Главное, чтобы не брызнуло мне на палатку. Опа. Сок пошел какой-то.
открыл. Я там говорил, гречка, по-моему, да? Это рис у меня, не гречка. Вкусненько. Только надо было еще подогреть подольше. Ну да ладно. Ну все, приятного аппетита. Mm-hmm.